Итак, друзья, всем доброго времени суток. С командой мы приехали на очередной объект. Находимся мы сегодня на территории Московской области, Орехово-Зуевский район. Вот сегодня задача у нас установить навес вот над этой площадкой для парковки двух автомобилей и, соответственно, чтобы заказчику не чистить зимой снег и автомобили перед тем, как уехать на работу. Он заказал у нас навес односкатно-арочного типа с кровли из поликарбоната. Размер у навеса будет по осям 6,5 на 7,5 метров, имеется в виду именно с веса кровли, то есть по поликарбонату. Сложность в чем? Столбы у нас будут стоять у дома. У нас будет три опоры. И здесь у нас под плиткой идет стяжка, то есть отмостка. И она толщиной 10 сантиметров нужно будет пробить. И, соответственно, вот здесь вот мы поднимаем брусчаточку, устанавливаем две опоры. И также они будут перемыкаться под стропильным ригелем. То есть средней опоры здесь не будет. Нужно для того, чтобы с боковой части навеса можно было проехать на дальнюю часть площадки. Вот сложность, в принципе, в этом и состоит, чтобы пробить только бетонную отмостку. Вот, кому интересно, смотрите ролик до конца. Вот, у кого есть вопросы, также можете под этим роликом писать в комментариях. Буду свободен, обязательно отвечу и по монтажу, и по срокам, и по качеству, и так далее. Полностью разгрузились. На самом деле, когда навес лежит на телеге, ощущается не так. Ну, то есть кажется, как будто там две палки железа, две палки профиля крашены, больше ничего нет. На самом деле, разложили комплект на фасадной части участка возле дома. Практически заняли все место. Поликарбонат, стропила, обрешетка, два ригеля еще на телеге лежат. Столбы бросили сюда на участок, сделали разметку и уже приступили. Установили у дома уже три опоры и накинули ригель. Противоположная сторона полуострова у нас также уже готова. Вот здесь у нас всего лишь две опоры. И, соответственно, подстропильник установили для того, чтобы избавиться от третьей опоры. Потому что у нас здесь коммуникации. И, соответственно, чтобы будущий владелец данного навеса беспрепятственно смог проходить сюда, на эту часть площадки. Вот, остров у нас полностью готов. Сейчас еще раз отобьем уровни по наклонам. И приступим уже набрасывать стропильные фермы. Здесь у нас их 7 штук. Шаг у нас тут получается 116 сантиметров. Вся стропильная система у нас уже практически стоит на своих местах. Стропильных ферм у нас здесь 7 штук. И материал исполнения стропильной фермы. Здесь у нас классика на такой тип навеса. Здесь у нас арочный односкат. Соответственно, мы здесь на фермах используем профильную трубу 40×40 двойка. И заполнение здесь 40×25 тоже двойка. Ферма у нас здесь получается, она где-то 7,5 на сопряжение на данном материале. Данная стропильная ферма работает очень хорошо. Сколько мы переставили таких навесов, нареканий ни со стороны заказчика никаких нет. Сейчас делим обрешетку. Обрешетка укладывается на данной модели внахлёст, и только внахлёст, и никак по-другому. То есть мы уже научены, знаем, как делать правильно, поэтому делаем так и так. Обрешетка здесь шаг у нас идет менее 50 сантиметров. И приступим полностью проваривать всю эту конструкцию. А сейчас она у нас идет на одних прихватах, для того, чтобы не вело там ничего и так далее. Потому что электродуговая сварка имеет особенность подтягивать металл и подтягивать как следует. Подготавливаем уже полимерное покрытие, потому как обрешеточку мы накидали, все лежит на своих местах. Все, сейчас наша задача провариться и будем уже накрывать полимерным покрытием. Итак, друзья, работали в принципе ни разу не присели, ни чая, ни перекура. Навес у нас односкатно-арочного типа, размер у него 7,5 на 6,5 метров. Столбы у нас 5 штук, это 100 на 100 трешка. В грунте стоят порядка 150 сантиметров. Грунт здесь песок, встали мы очень хорошо. Единственное, что пробивали отмостку уже имеющейся, потому как опоры у нас попали именно на нее. То есть оставили все эти технические зазоры, доступ к газовой трубе, то есть близко мы не подходили, и, соответственно, от дома отошли тоже где-то сантиметров 40, это для того, чтобы можно было беспрепятственно его обслуживать. С левой стороны у дома у нас три опоры, с противоположной стороны у нас две опоры, плюс подстропильный ригель. Это для того, чтобы заказчик мог беспрепятственно проехать до конца площадки на автомобиле, там поставить какую-то вкусутварь и так далее. Накрывать эту часть заказчик не захотел. Так, ригеля здесь у нас лежат поверх опор 100 на 100 трешка, то есть выполнены из такого же материала, как и опоры. Стропильная система у нас из 7 ферм. Это профильная труба 40 на 40 верх-низ, заполнение 40 на 25, толщина металла 2 мм. Шаг по стропилам у нас идет 116 сантиметров по центрам. Обрешетка на данном комплекте у нас укладывается внахлёст. Это профильная труба 40 на 25 двойка. Шаг здесь идет у нас меньше 50 сантиметров, если быть точным, это 44 сантиметра. Лист поликарбоната у нас на крыше компонован для того, чтобы избавиться от термического расширения. Поликарбонат здесь у нас Дералюкс коричневая восьмерка.
Поликарбонат очень хороший. Соотношение цены-качество на рынке, на мой взгляд, на сегодняшний день нет. Это не реклама. Вся конструкция у нас открашена молотковой эмалью дали. Цвет шоколад, краска достойная. Так, все торцы у профильных труб мы закрываем пластиковыми элементами, пластиковыми заглушками для того, чтобы навес имел законченный эстетический заводской вид. У нас идет примыкание к дому. Оставляем технический зазор для расширения поликарбоната и, соответственно, сайдинга, потому что и то, и это у нас все это пластик полимера. Полимерами при нагреве имеет расширение в любом случае. То есть какие-то герметизации, там какие-то уголочки, треугольнички, это все будет отрывать, все это будет течь. Поэтому, чтобы не портить эстетику, мы всегда делаем только примыкание. Но поверьте, со стороны примыкания к дому навеса течи в принципе никогда не бывает. На изготовление данной модели нам понадобилось мастерской порядка 2 недель. Потом открасились, ждали уже выхода на объект. На объекте заказчика буквально собрали за 6 часов. Там по конструктиву выполнили все запросы нашего заказчика. Поставили самый идеальный навес, который мог бы встать на данную площадку. Собрали мы его быстро, собрали на позитиве, собрали на хорошем настроении. Поэтому данная конструкция будет стоять долгие-долгие годы и радовать своего заказчика. Кстати, заказчик является нашим подписчиком, давно наблюдает за нашей работой. И за данным навесом обратился именно к нам в мастерскую. А подзадержали, да, немножко. Не было у нас материала, а именно полимера. Тем не менее, заказчик наш доволен. Ну и вам спасибо, что посмотрели данный ролик. Посмотрели за нашей работой, потому что, как известно, приятно смотреть на 3 вещи, да? Ну, и нам приятно в любом случае то, что за нами наблюдают. Если вам нужен навес для автомобиля, для дачи, террасы, любого назначения, из любого материала, опять же, подчеркну, навес из поликарбоната, из металлочерепицы, с профлиста, мягкая кровля, то есть все типы кровли, которые можно положить на крышу, мы все это дело пользуем и используем. Во всех наших роликах в основном видите те модели, которые просят наши заказчики. Но на самом деле модельный ряд у нас очень большой, выполнен из разного материала. Ценовой сегмент тоже там от 100 тысяч и до 5 миллионов. Опять же, все зависит от размера. Поэтому, если у вас есть какие-то запросы, потребности в нашем направлении, по навесам, по крышам, по кровлям и так далее, все ссылки оставлю в описании. Милости просим. Ну и всем пока. Хорошего дня.